Зась. Привет. Зовут меня Чиполлино. А вас как зовут? Сегодня день красивых девушек. А, кстати, я блогер. Хорошо? Давай тогда. Давай. Здесь ты много. Чананна стили бурда кыздара яхынлаша. Жоре чимцок кыздан таныш олур. Яни... О миф вар, э, бизде. Гага орда кыздара яхынлашырлар. Жоре и доордан да, яни... Vaziyet ne yerler iyi. Kocam da yok, tutuyan burada ama sen bu kıza yakınlaşan baktın. Aç. Aç. Aman. Ayda. Aman. Zaman oğlanı. Vay ki koca sensin. Gel onunla merz eyleye. Şöyle kim soktu zaten. Aa. Neden? Bir de geçen bahalı dukudan. Aha. Bahalı. Duku. 300 manattan yukarı. Şöyle kim olur? Bence ben. Saçırsan oku. Привет, девушка. Погоди, перезвоню. Салам алейкум. Салам, вот. Не м***. Вот, я хочу сперва тебя поздравить. С чем? Но сегодня день красивых девушек, и с этим я хочу тебя поздравить. Не знаю такого праздника, но спасибо. Не за что. Я Сабир, как тебя зовут? София. А, я рад. Вот, София, вот, ты мне очень понравилась. Я бы хотел тебя пригласить в ресторан. И ты можешь угощать мне вот своим номером? Номерком? Да. Могу. Круто, спасибо. Сейчас. Да. Тогда напиши вот. А, все, спасибо. Позвони, ну, да? Ну, тогда вечером встретимся. Да? Давай. Да. Пока. Приятно познакомиться. Здрасте. Здравствуйте. Можно сесть? А вы чё так без десерта пьёт чай? Там просто грязь. Кого-то ждёте? Подругу. Подругу? Ну, это классно. Хорошо, что не молодого человека. Возможно. А вас как зовут? Ксения. Ксения. А очень вас? Приятно. А мне Канан. Очень приятно. А вы из Питера? Да. Тут холодно у вас. У нас не так, я из Баку. Ой, там круто. Вы были в Баку? А откуда знаете, что круто там? Ну, естественно, Баку. Естественно, круто. А хотите в Баку? Не знаю, возможно. Когда-нибудь туда обязательно съезжу. Я приглашаю вас. Хорошее предложение, но я подумаю. Мне кажется, слишком быстро все. А могу я взять ваш номер в WhatsApp? Да, конечно. Встретимся, попьем чай или... кофе. Ну, я люблю кофе. Или виски. Алкоголь не пью. О. Жал. Ну, рад знакомству. Я тоже. Встретимся. Всего доброго. Здравствуйте. Добрый вечер. А как вас зовут? Лиза. Вот я Сабир. Просто, кстати, вы очень красивые. Спасибо. Вот. Вам не холодно? Ну, немножко холодно. Ну, можем вот тут ресторанчик есть нормальный. Можем чай попьем? Ну что, во дворе же холодно, давай кальян тоже можем покурить. Ну, хорошо. Хорошо? Да. Давай тогда. Давай. Здесь ты много. Привет, девушка. Привет. Как поживаете? Ира. Ира? Да. А я Канан. Я пришел из Баку, из Азербайджана, первый раз в Питере. Можно вопрос? Да, вы не замужем? Не замужем? Нет. А молодой человек есть? Нет. А тогда минуточку подождите. Орхан Сахлама Гюралым Цхарым. Сахлама кадры. Это вам. Спасибо. Не за что. Я хотел бы общаться с вами. Сейчас я должен уйти, меня ждут. Можно номер? Можно. Пожалуйста, напишите. Окей, созвонимся. Да, слышу. Привет. Привет. Можно минуточку? Конечно. Меня зовут Сабир.
Ольга. Я рад познакомиться. Вот я вот в Питер первый раз, я сам из Азербайджана. Кстати, я блогер. Ну, вот я не знаю, здесь где-то рядом ресторан или кафе есть, просто во дворе очень холодно, поэтому я хотел спросить. Здесь неподалеку Смокин, Токио Сити. Спасибо большое. А вот мне вот здесь очень мало знакомых. Может, ты мне дашь свой инстаграм? Вот завтра встретимся, если получится. Можно. Можно? Круто. Сейчас. Минуточку. Запиши вот. Блин, капец холодно. Ну, спасибо. Давай тогда, до встречи. Давай. Зась, есть у вас зажигалка? Курит. Ну, хорошо делает, красивая девушка, почему курит? Хороший у вас город, красивый. Я первый раз в Питере. Можно номер для вас? Мне есть молодой человек. А, извините тогда, пожалуйста. Привет. Можно минуточку? А вы знаете, где находится здесь Эрмитаж? Ой, это на Дворцовой вроде. На Дворцовой? Да. Это далеко отсюда? Да. Ну, я просто не знаю этот город. Я первый раз в Питере. Я сам из Азербайджана. Кстати, я блогер там. Туда-сюда вот. Короче, я не знаю город, и мне очень мало знакомых здесь. Может, ты дашь мне свой номер, завтра вот, может, встретимся? Это тяжело. Может... Тяжело? Давай хотя бы Инстаграм. Это можно. Можно? Давай, идеально. Сейчас. Ладно, пиши вот. Сейчас. Капец, холодно. У вас всегда так? Да. Ну, зимой только, летом тепло. У нас в Баку жарче. Да. Была в Баку? Побываем. Нет. Ну, попробуй. Ну, тогда до встречи. Спасибо. Давай. Девушка, а не подскажете, до Купчино какой автобус едет? 388. Спасибо. А вы из Питера? Да. А я из Баку. Да. У вас тут очень холодно. Да, не могу не согласиться. Я прям замерз, да? А вы сама, кажется, горячая девушка, да? Я хотел бы общаться с вами, если можно. WhatsApp или... Ну, можно, я не против. Тогда... Можете дать номер? Да, давай. Напишите сюда, пожалуйста. Ну, спасибо. Всего доброго. А Купчино, я просто спросил. Я туда не еду. Пока. Привет. Привет. Меня зовут Сабир. Даша. Не мешаю? Ну, так, нет. Спасибо. Вот, сперва я хочу тебя поздравить. Но, с чем? Ну, вот сегодня день красивых девушек. Но с этим хочу тебя поздравить. Ну, вот. Ты мне очень понравилась, ты очень красивая. Ну, я бы хотел пойти с тобой в ресторан, если можно. Сегодня? Ну, может и завтра. Я боюсь, что не получится. А почему? Потому что у меня молодой человек. А, у вас я парень люблю, есть? Да. Ну, желаю вам счастья тогда. И я вам. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Привет. А здесь свободно, девушка? Можно, да? Какие у вас красивые глаза, а? Знаете, я сам итальянец. Зовут меня Чиполлино. Да, я шучу, я азербайджанец, я из Баку. А как вас звать? Катя. Рад знакомству, Катя, а я Канан. Знаете, у нас такие дела. Я потерял свой телефон. Можете помочь? Да, конечно. Можно набирать меня, чтобы найти телефон? Спасибо.
Пиздец. Спасибо, спасибо. Напиши ты туда Чиполлино из Баку. Созвонимся, да? Привет, девушки. Привет. Как вы? Ничего, хорошо, ты как? Нормально, меня зовут Сабир. Меня Вика. Маша. Рад знакомству. Вот, я блогер из Азербайджана, тут я типа погуляю первый раз, я в Питере. Питер очень классный город. Красивый. Ну да, просто очень холодно. Если хотите, можем где-то посидеть или вот чай попить. Ну как? Можно. Можно? Можно. Ну давайте тогда пойдем. Да. Давай, давайте. Привет, девушка. Да, здравствуйте. Можно посидеть с вами? Для чего? Для того, чтобы пообщаться, да? Извините, у нас не получится с вами пообщаться. Почему? Я с своим мужем переписываюсь. А, муж есть у вас? Да. Извиняюсь тогда. Извиняюсь. У нас егыштыр, эрвар, фоха салмия козымызы. Привет, девушка. Привет. Привет. Как дела? Что делать? Гуляем по Питеру, идем на концерт. Да, у вас очень холодно. Но я сам нет, вот из Баку, я из Азербайджана. Вам тоже не холодно? Нет, мы же нет. Может, где-то посидим, чай попьем или как хотите? Надо согласиться. Ну, смотрите. Если хотите, то да. Ну, не знаю, не знаю. Мы на концерт опаздываем. А куда опаздывать? На концерт идем на группу. Какой группы? В20. Может, я тоже с вами? Ну, я сомневаюсь, что тебе нравится эта музыка, и нужно будет билеты купить. Если есть, то, конечно же, пойдем с нами. Ну, я могу найти. Пошли, группа какая? Я не знаю. Быдло-цикл. Я не знаю. Ужасная группа. Можно я возьму какого-нибудь инстаграма? Типа, да, там у нее есть. Да. Давай. Вот, я сейчас посмотрю вас. Сейчас. А, вот это? Ну, спасибо вам большое. До встречи. Пока, спасибо. Короче, хэлли лады тэбэмэ. Чанамин зэсэн, короче. Да, вар дэх. Азизэйзэр, видеодан да гёрдэйнэс чимэй, мэн галиб олдым. А, бэдэйгэд, я, блин. Sen çok kıza yakınlaştın değil mi? Aynı şey yok değil mi? Aynı değil şey. Biri var 5'ine yakınlaşarsan 3'üyle tanışırsın. Ya ya ya. 9'una yakınlaşırsın. Ben demiştim 5'ine yakınlaşırsın. Ama kimi gördüm kaçırdın. Ben de var kestim seni. Kabağımı kestim şey yakınlaşırsın. Orhan ama ne nakli var şimdi? Ben çok bırak nispi. Nispi sarsın. Nispi yan yatma. Neyse. Yakınmam ha. Kardeşim ben yakınlaşmışam. Nispi ya ama. Bir dakika mesaj da geldi. Xahiş eyle. Mən bura udmuşam, mən çox yaxınlaşdım, deməli əziyyət çəkmişəm, əziyyət çəkmişəm sizə udmuşam. Mənim 300 manat dəyərində ətir, toxu alıb verməlisən. Amma səndən bir şey xarş edeyim. Bir balaca xarşım var, 300 manatın əvəzində mən elə bir fevral ayında Moskvaya getmək istəyirəm, mənə bilet al. Valla Moskvaya bilet baha çıxır da. Görürsən, heç sənə xəbər yoxdur. Bu insan bir xəbər insandır. Heç deyə bilmir. Qardaşım, 340 manat eləyir, bax girsən aviyasiyyət sənə normal. Girsən baba. Bak girdim abiye sesine. İndi biletler tapır. Bak girirsen burada alırsan özde istisna. Bak zamanın gözün kapandı. Kartını ben elə bilmem ödeyeceğim. Sen ben böyle naliçini böyle yerinde sonra verirsin. Yok sonra niye ki? Kalın Rusya'nın düzünde. Ne de var? Ben sen kömeli yerim. Murt diyor. Esas oldu tutmuşum. Esas oldu. Yok yok bilet. 3273 tane bilet tapılır. Yani girerim abiye sesine. Bak kaşeyini tapıram. Girerim. Bu daha ucuz. Evet. Komfort da böyle. Ben perisatkayla istemiyorum. Mənim belə prem var. Daha ucuzu var. Ya tabi onu bakıp müəyyənləşdirərik. Əziz izləyicilər, siz de gördüğünüz kimi. Çok yakınlaş. Bu çok güzel. Özellikle ki sənin yakınlaşdığımızdan axırıncılar qəşək dövdü. Onlar sayılmır. A kimə nə? Kimə nə qardaş? Vallahi ben adam gözlüyüm. Görürsün. Gözlüyüm de yakınlaşalım. İnsanı insanı. Görünüşünə görə seçir bu adam. Gör necə. Qardaşım, onlar mən rahat belə... idi də ya. Aa, əlbəttə yaş məndən. Udmuşam. Səh, mən getdim. Qaldız Peterin düzlərində. Buradan çıxamadım.
çox çıxal adamdır. Çox küçədə kimi görüb yaxınlaşıb gəlib burada. Bir seç, bir bax, nə bilim belə. Amma gözdə otaqdan çıxır, sonra arxamda danışdı da. Vay da belə şey. Qapı orada döyülə qızara divara girməyə. Necə alırsan? Nə çoxluğusun? O şəhərdə sən 9 dənə 10 dənə qızə. Ha, mən 100 dənə yaxınlaşaram. Al necə ya? Ha, o xan 2 olansın. Biz danışmışıq bura. Ha, düz gəlmir axı qardaş. Bax mən 5 dənə yaxınlaşım, sən 5 dənə yaxınlaşırsan. Ha, niyə? Sən niyə? Sən yatırsan, iş sürət etsən, mən əziyyət çəkirəm soyuqda. Zdrasti, zdrasti. Özüm üzümü zəhər var olub ya. Zdrasti deməkdir. Orda bir kinə qız o. Sən başıda görərsən ya. Bakıda görərəm, mənim burada dəxil yoxdur. Geri qardaşım, sən biletimizi alaq. İsti, isti. Heç vicdanın olsun, hə? Nuru verməyə cazım. Qəbəl sövcdüm. Qəsəm ucuzunu getirdi, hələ? Bir günü deyir, sən qaqaş, 40 manat. Mən sən laf 40 manat verirəm artıq. Bakıda, Bakıda. Hə, de, amma belə, deyə sən öv. Sən öv, nəsə, video var. Kamera qabanı, sən yə, sən öv vurmalı ya. Onun sözü hiç çəkmir. Çəkir. Çəkmir, ben mıx kimi nədir burada? Çəkir. Ha işte, yırsın da sen düzgün de. Zarafat zaman düzgün de öyle. Ben sana zarafatım yoktu. Kardeş sana düzgün de öyle. Yani sen git 10 tane kıza yakınlaş, gel ki ben de çok olur. Öyle fırlatmaz diye yeter. Evet. Ya ben demem sen, neyse sen, gel 5'ine sen yakınlaş, 5'ine ben. Öyle değil de. Sen ben yatağımda kamera götürüp düşmüşsün şehrin zaten. Sen de kravatla bir yerde aparardın şehrin ha. Düşerdin ama.